Здравствуйте, с вами снова Александр, и сегодня у меня будет не совсем обычный обзор. Сегодня я расскажу вам о коляске Britax Affinity комплектации 3 в 1. Ну, не просто обычный обзор, как я обычно делаю у себя на канале, рассказывая о коляске. Я вам расскажу о ней немножко с другой стороны, как о транспортной системе для ребенка. И мы больше привяжем эту всю конструкцию к автомобилю. Напомню, из чего состоит вообще 3 в 1, чтобы сразу было понимать для тех, кто может быть еще не в курсе. 3 в 1 это всегда прогулочный блок, автомобильная люлька и люлька на прогулочный блок, которая по улице гулять. Вот, соответственно, сейчас, так как мы привязку делаем к автомобилю, сам прогулочный блок нам не нужен. Мы его убираем в стороночку и будем с вами изучать на примере автомобильной люльки тоже компании Reomer Britax. Она называется Baby Safe плюс ACCHR 2. Это, можно сказать, топовая модель в компании Reomer. Она тоже с кучей наград по безопасности, со всеми современными технологиями, которые только в компании есть. И плюс ко всему, она классно адаптирована для использования с шасси коляски Britax. Соответственно, на Affinity не нужно не покупать никаких адаптеров, все уже есть в комплекте. Соответственно, защелкнули, и она уже установлена. А почему она адаптирована? Сейчас я вам покажу. Кстати, на Affinity кожаная ручка, очень приятно. Но это так, отступление. Почему адаптировано? Здесь есть кнопка специальная, которая дает нам возможность снять люльку, не нагибаясь, ничего там снизу не нажимая. Очень удобно. Вы просто взяли, нажали и пошли. Вот она и адаптация. Ручка, естественно, тоже регулируемая. И ручка, кстати, на большинстве люлек это просто пластмассовая дуга. Ничего особенного. Здесь же она широким хватом. И в месте, где вы будете браться, она с резиновой накладкой. Очень такой плотный, хороший хват. Вот вам еще одна адаптация. Вот. Поэтому вот, если вы берете Britax, лучше всего к коляске докупить именно ACCHR 2. По посадке ребенка автомобильные люльки, они практически в 99% одинаковые. Но, может быть, где-то какие-то нюансы. Но в Reomer ACCHR Baby Safe люльки положение классное. Реально удобная, широкая, комфортная люлька, мягкая, безопасная. В общем, все ровно. Плюс ко всему еще очень удобный, классный козырек с жесткой дугой вот здесь вот. И она такого приятного материала, от солнца в машине тоже будет хорошо защищать. Зачем нам это нужно? Вот такая вот вся вот эта конструкция. Это очень удобно, когда вы мобильная мама или там, грубо говоря, мобильные родители. Едете вы там за продуктами в гипермаркет. Вот эту вот штуку едете с ребенком. И вам нужно в противном случае брать вот эту, доехать в ней до машины, разобрать это, убрать в багажник. Соответственно, все разобрать, убрать, доехать и все это собирать уже на месте обратно, чтобы пройти с ребенком. Вот это решает все проблемы. А люльку обычную брать не нужно, берем только автолюльку. Единственное, сразу хочу вам напомнить, что врачи не рекомендуют, да никто вообще, вот можете, куча статей есть, почему да как. В общем, не рекомендуют возить ребенка дольше 3 часов в автолюльке. Вы когда планируете какие-то поездки, прогулку небольшую, еще что-то, всегда сразу имейте в виду 3 часа. Не только как вы едете в машине 3 часа, а все время нахождения ребенка в люльке. Включайте туда дорогу, туда, само нахождение на прогулке в магазине и дорогу обратно. Все вместе, не больше 3 часов. А иначе будут проблемы с спиной у ребенка. Вот очень сильно важный момент, имейте это в виду. Вот, ну, продолжим дальше рассуждать. Приехали в магазин, сняли эту люльку с машины. Если у вас база Isofix есть, вот таким же способом щелк, с базы щелкнули, на шасси прищелкнули, скажем так, зацепили. И, соответственно,
никаких лишних телодвижений, не занимайте вот это вот этой штукой большой багажник никаким образом. Все мобильно, удобно, красиво. Соответственно, погуляли, не забываем про 3 часа, сходили, сделали свои дела, точно так же приехали к машине, поставили шасси в багажник, все. Это вот реально очень круто и удобно. Я от всей души, скажем так, рекомендую именно вот 3 в одном. Когда вы покупаете, ну, во-первых, покупайте нормальные бренды, где еще автомобильные люльки, не как вот в большинстве польских колясок есть комплектации 3 в одном. И там не люлька, а какая-то бутафория. Ей ребенка доверять точно бы я не хотел. Вот, берите хорошие, нормальные бренды, там, Рикара, Ремеры, если какие-то коляски через адаптеры, на них можно ставить Рикара, Максикози, Сайбекс, вот такие европейские бренды, только вот желательно с ними дружить, как говорится, и пользоваться ими. Вот. Давайте подытожим. В принципе, вот саму манипуляцию, как это все делается, я вам показал. Сам, то, мое мнение, для чего это нужно, вот я вам уже сказал. Поэтому в двух словах, вот, скажем так, грех не пользоваться такой возможностью, как я вам сейчас показал. Вот это вот с собой таскать, это неудобно. Вот так вы реально себе облегчаете жизнь и поездки с ребенком куда-либо, поликлинику элементарно, даже вот просто съездить на полчаса, зачем вот это все таскать. Соответственно, рекомендую, пользуйтесь вот такой системой. Вот. А за предоставленную коляску и автомобильную люльку большое спасибо магазину «Первая коляска» за коляску Affinity и «Миру автокресел» за автолюльку Britax BabySafe SHR 2 BabySafe Plus. Большое спасибо. Вам, если это видео было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не понравилось — не подписывайтесь, не ставьте лайки. Вот. И в заключение хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора коляски, автомобильного сиденья для вашего ребенка. Ну и удачи. До свидания.